продолжается строительство центра единоборств в станице Северской. Ход работ проинспектировал глава района Андрей Дорошевский. По словам подрядчика, работы выполнены примерно на 60%. Сейчас устанавливают доборные элементы фасада, крепят гипсокартон. В большом спортзале красят металлоконструкции. Но от утвержденного графика рабочие отстают. Сейчас ждут поставок стройматериалов для водоснабжения и водоотведения. Во время инспекции обнаружили несколько недочетов, которые необходимо устранить. Глава района настоятельно рекомендовал подрядчику ускорить работу, чтобы уложиться в срок сдачи объекта.